Да, вот мы вернулись. Не знаю, когда мне нормальный интернет наконец завезу. Чувствую, не в ближайшем полугодии. Надо. Пытаться. Стул, скорее. Я что-то перезагрузка не особо помогла, так же. Подмигивает. Ладно, с течением ночи это прекратится. Хотя, может, это еще и сервер там лагает, хотя пинг-овер нормально. Ладно, распогодится. Даже свой собственный стрим не могу. Не могу подсмотреть. Теперь нормально. Так, ну Сатори, да, Сатори теперь с нами. Сейчас мы пойдем там. Значит. Мне так кажется. Хорошо. Когда перед... У меня целый день просто работал. Админку. Так, что-то я задумался. Вот почему автолевелинга нету? По повару есть, а по эту тащить левел один. Так, оба нам взять. Так, ну блондинка нам только надо с файта. Тут Мариса хорошо зайдет. Продаст ревью. Возьмем. А, не понял, что я делал. Я долго эти забыл. Так, ну, су. Так. Так, ну это у меня уже есть два. Танчить у нас Рейма будет, поэтому... Я их все равно во время боя могу. А я на самом деле такой посредственный персонаж. Что у нее? Assistance плюс 5. And Deflect 33. Рандом. Серьезно.
Прайм у нас суровая, поэтому... Хотя Сакой, по идее, более... Более плотная. И ты только подумай, Алга. Тут Йому имеет L-сайз. L-сайз. Йому имеет L-сайз. Наверное, присмеем. Эта игра ломает шаблоны. Так. А, ну тут она будет. Так. Вообще, сначала я пойду. Что, я только вернулся, как? Уёмый L-сайз. Она же носит L. А если я бы на Vita играл, то менюшка была бы переделана и показывалось, что у нее L-сайз. Да, стрим отвалился, да ладно. Вроде идет. Да, идет стрим. Я говорил, что у Йома L-сайз. Сатори. Да. Из Сатори, который использует обилки Сатори. Такая маленькая уже Сатори. Еще пошутить. Сакой носит всю обтяжку, но у меня же L-сайз. Акью подогнал нам еще рецепты. Я не понимаю, почему нам Акью рецепты подгоняет. Мы их, по идее, должны в библиотеке... в сундуках находить. Все, это JRPG. Это не JRPG. Так. Ах да, еще я кое-что забыл. Количество сундуков. Смотреть. А то можно 1-2 пропустить, а потом не будешь понимать. Рецепты. Пока я ищу. Куда-то я не туда зашел. Так. 83 плюс 32. Так, 83 плюс 32. Это у нас получается. 83 у нас есть. Секунду еще. Вот я прям как это, с буду на стрим начал, ни чаю не налил, и роутер не перезагрузил. А так, господи. Я после Hollow Knight теперь наоборот на крестик жму, чтобы подтвердить. Все наоборот. Это вот эти пушки я не понимаю, честно. Так. Нас еще завезли. А, но мы их не можем все равно делать. Бомб. Скахи. Бомб скахи. Даже не знаю, зачем Рэйм экзорцизм. Это логично, но это бесполезно. Так, атаки кахи очень слабее.
кастинг спид плюс 20. Третий проб. Кастинг спид. Вообще имеет смысл делать шмотки, которые что-то дают. Да. Спид. Плюс один. Рейму, например, есть смысл делать. Рисы. Особо нет смысла. Но ей в любом случае сейчас метла нужна. Эффект пролиз. Эффект пейзон. Как-то пролиз вешает. А у Санеки, по-моему, как раз. Да, Хэкблейд. Хэкблейд. Ну ладно. Хорошая штука. Ну, пейзон тоже неплохо. Потому что у меня есть чем-то пейзон. Странная метла, потому что... Да, ладно, не важно. Ультистрайк. Ну, Саку в любом случае надо пушки делать. Пачульки. Перстишн манга. МП плюс 10, да. Блин, я вот только сейчас получил спари парц. Ультистрайк. Ультистрайк, это я не помню, что это означает. То ли в одну цель дополнительный выстрел. Да, по-моему, в одну цель дополнительный. Это Z. Да, Z. Не, броня у нее на самом деле. АП плюс 10. Кью. Ошиблась. На самом деле у Сатори, по-моему, практически самые бесполезные. Практически самые бесполезные. Глаза. Глаза, это я помню, да. Я про Марису. Глаза. Подножку делает. Потому что она всегда с посохами ходит, это ей намного выгоднее, чем эти глаза какие-то использовать. Глаза, они в основном для статуса. Так, платим шут. Платим шут, астил. Ну ладно, у нас все равно нету, это целестил чей, поэтому да. Давайте, держи карман шире. Посмотрели сегодня, попускали и вперед фармить. Довольно длинная локация, кстати. Кстати, я довольно легко прошел эту второй этап. Подземелье. Господи. А как его называется-то? Дворца земных духов. Просто взял Санейку, которая резисты кидала против инслейеров. Они, кстати, бьют мистиком. Я вечно путаю, думаю, электричество. Черри Блоссом-то уже был. Теперь тут каждая... Каждая собака тут может пройти. Все, кому не лень. Американцы все мисс, 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 мисс переводят. Мисс и мистер.
Чем их две вариации? Мисс Мистер, Леди. Как им вообще в голову пришло к Юки пойти? Ну, она уважаемый член общества. Мадемуазель. В нашем-то русском языке там как хочешь обозвать, может. А, наверное, просто Юка-сан ее называли и все. А. Люблю вот такие секреты. Это от смерти, но смерти. Смерть вам тут, как ни странно, будет вешать только, собственно, Юю. Charismatic Ghost Pump. Что-то у меня на шуточке. О, привет, Тач. Давно не заходил. Совсем о нас забыл. Так, а я, естественно... Естественно, я должен сначала снять... Тут есть у нас тут слип, не знаю, нужен он, но скорее всего фаерватер. Что-то у меня какая-то мысль в голову не идет. Уверл подумать, это да. Реген хотя бы. Смотри, там это ПРЛ особо не затягивайся. Он затянет и все. Затянет, потом не оттянешься. Вообще, нам придется выйти и МП пополнить. Так. Вот мне бы до последнего Magic MP Cost минус
А то, в принципе, и ничего не надо. Так, только мне теперь надо вернуться и, да, все МП восстановить, потому что скиллы прокачал, а вот всех тут МП нет. Вообще фигня. Так, кстати. Дарк. Фифти, конфусин, берсерк. Дарм. Control Cubes. Control. Видимо, не перевели. Silence. Господи, тут вообще. Я даже не знаю, что ей дать. Блин, терпик пролез. Не знаю, зачем мне этот пот. Наиболее бесполезный на этом пока что. Скиллы придется. Хотя тут, по-моему, нечего особо. Электричество, наверное, только уберу. Вот оно тут поможет. Ставлю лазер. Так. Есть блинк, у которого силы атаки слабый минус, но зато им можно спамить. Отлично. Можно. Так, тут мне электричество не нужно. Просто возьму стандартный. Хотя можно на самом деле электричество взять. Какая разница? А она еще качается, Сатори. Пускай подкачается, а вот потом да. Когда все определенно последовательно состоит, да. Так, тут робот, слышь, бесполезен. Вернемся, пополним. Я не автоматически. Нет, надо зайти. Будет долгий. Хотя на самом деле по-хорошему надо было одного поставить мага. Просто менять. Как ее? Арису. Почульку. Странно, что она еще не может. Брать 25. Стоп. А, ну да, Blazing Star. 25 ин. А у нее только 23. Ну ладно, Celestial Peach выбей, не знаю, как это называется, Celestial Peach.
Мой инглиш не настолько хорош. А вот как раз по ним, наверное. Хотя нет. Попробуем. Все-таки электричество убить. Блин, да Сакой опять тут лагет. Электричество убить. Но они только вот наверху эти лягушки. Он не особо опасно. Не, их водой, как ни странно, бить. Сэнпоку канпоку, почти сэнпоку канпаку. Да Сакой рубит лягушек. Тут шарм есть. Тогда поставить шарм. А то Саку тут всех поубивает. Да, вот эта вот птица, она самая долбанутая. Чем бы ее? Она у нас вообще Они. Как ни странно. Птица Они. Птица великан. Так. Ну ладно, огнем их. Смешно. Она еще и жутко доджевая. Да мы ее почти прибили. Смешно. Тетка свету. Вот ставил контроль на Рейму, а в итоге страдает Сакуя. Один пауэр дай. Вот да, эта птица тут наверху самая проблема. Но блин, доджевая зараза. И вейт 50, понятно все. МДФ еще у нее стольник. Бить ее светом. Правда, Рейму ее не пробивает из-за высокого МДФа. А и протыканию она уязвима. И землей ее бить нельзя. Это конец с почулькой пока проблемы будут. Там она наверху. Она особо тут. Нет, тут акварианы. Их надо огнем бить.
сплошные раритеты. Да мы тут просто навыбивали все, что только можно. Ногой запинайте ногами. Рары? Что нам там нападало? Земли. Дает нам 7 земли. Чем бы нет. Куда это требовалось? Я думаю, деф лучше. Что мы еще? Ну еще умолеть. А, Декса плюс 4. Индукция. Да, у Сакуя Кьюрити низко. Кстати, понес это так. Добыл кое-что. Кое-что. Какой бастер. А, это в линию. Какой бастер мне нам теперь нужен. Так. С них вы? Голд? Никогда с них не убивал голд. А, либо их днем, либо водой. Этих тьмой бить, что умеем. Ромхет амулет. Призраки, какая встреча. Да ладно. Из-за Салана типа не саппортит. Критический удар.
Что мы пока что на толпу инвалидов смотрим. Я не помню, чтобы они Сайленс вешали. Так или нет. Или, видимо, я их сразу убивал просто. В основном они панику вешали. Пытаются вешать. На стене, кстати, что падает. Баки-баки. Их тут гости приводят, на самом деле, баки-баки. Мне казалось, с них Телестин Пич падает. Ладно, далеко идти не будем. Валимся сюда. Хорошо, это мы свалились. Ладно, раз мы тут открыли, то можем вниз дальше идти. Так. А вот их как раз электричеством бить и протыканием. Крестик свету. Блин, тут со всех что-то падает. Блин, я думаю, нафиг мне вообще, она и так ходит. Так, наверное, лучше было. По итогу не 193. А на самом деле можно. Стоп, она там. А, мотыка тоже так. С падением МП пачульки просто этот навык можно понижать. Все равно оставим. Так, ладно, я хотел сделать тьму. Поставлю огненный. Так, сделаю. Это... Нет. Оставлю только огненный.
Так, идем дальше. Если она ассистит чантом, тогда слэйр не срабатывает. Передается. Понятно. Вообще довольно легкие противники. Если бы у Марисы метла была. Надо будет. На самом деле, я думаю, почулькил. Резист от огня уже чуть точнее. Ринги на статы, по-моему. Лаги плюс 4 тоже бесполезны. Контрол. Вот это. Вполне резистив. Вот бешевый нет. Время еще не настало. Так. Тут на самом деле зарешает Мариса, когда ей метлу.
получу. Вот она Stardust Reverb, тут просто на раз. Ну, так. Вот плохо, что пики позволяют использовать щит. Не знаю, кому дать пику. Конечно, Рейну дать. Не знаю, насколько это. Всего 25. Нету еще ни у кого 25. Просто не Тори я не хочу давать из-за вот этих вот ребят. Знаете что? Я вот так вот сделаю Рейму с Айка Сакуй. Пачульку чуть попозже поменяю. Да с другой стороны, а что мне ее менять? Короче, вот так вот сделаю. И сакую пока. Все равно противники довольно легкие. Так, нет. Нетори можно дать вот эту штуку. Так, где? Айк у нас вот, пускай с этим. О, у нее какая точность. У нее, по-моему, атаки больше, чем у Сакуи. Тут... А, я не прокачал ее. А, нет, кстати, 20 надо всего. Смотри, 20. Можно было и Рейму дать. Ну ладно. Я без чанта буду, как сойдет. Slayer Dragons. Капа, который пронжает небеса.
Реймус Мачете. Классика жанра. Вот это, кстати, довольно мощная атака в линию. При этом стоит мало. Айка с монтировкой. Инвалиды в действии. Еще один не попал. Мне одного Целестиал Питч не выбили. Но потому что мы куда-то пошли, не туда. А Гамбит? Дурное влияние, Марис. Так, тут не пройти, потому что мы не можем какие-то... Древнекитайские проклятия пройти. Рэйма, не при... Ты же не Йома. Ты же не боишься призрака. Все хвост ворота почаршились.